С приближением праздничных дней в Магадане проводят акцию «Безопасный дом». Ее цель – напомнить жителям города о соблюдении правил пожарной безопасности у себя в домах. Соблюдение правил пожарной безопасности убережет вас и ваш дом от беды. При возникновении пожара звоните по телефону 01, с мобильного 101 или 112. Также в преддверии новогодних праздников напомнить о правилах пожарной безопасности при устройстве елок, при правилах пожарной безопасности, при покупке и применении пиротехнических изделий. Акция проводится в усиленном режиме. Как правило, 3 раза в неделю. Особое внимание уделяется частному сектору, так как печное отопление является частой причиной пожаров.